24 ноября 1963 года был убит в прямом эфире, это показывали, Ли Харви Освальд во время перевода из полицейского участка в тюрьму. Стрелял в него там один товарищ, Рубен по фамилии, еврей, владелец ночного клуба. О нем, кстати, в Голливуде даже фильм сняли, я его смотрел в 90-е годы. О его жизни, какой он такой вот переживательный был, патриот, умный. Взял и убил вот этого подозреваемого в убийстве. Естественно, приплели Советский Союз, где он был полтора года, Ли Харви Освальд. В общем, темная мутная история. И вот этот подозреваемый Освальд, хотел сказать наш, но он не наш, а американский, якобы убил президента Кеннеди. Ну, а чтобы следы никуда не привели, его благополучно убили. Причем на видео видно, и на фотографиях на видео видно, что стрелял этот товарищ, директор ночного клуба, аккурат в сторону сердца, подошел с нужной стороны, с левой, и расстрелял несколько выстрелов в упор. То есть там шансов оставить его в живых, единственного подозреваемого президента, уже не было. Вот такая тяжелая, мутная история.